Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Новая книга в серии «Страдающие средневековья», «Византийская кунсткамера», «Неортодоксальные факты из жизни самой православной империи». Ее автор – серьезный историк, профессор университета Огайо в городе Коламбус, США, известный 11 книгами по византийской истории. Нынешняя книга, 12-я, и она резко контрастирует с предыдущими научными трудами. Уже в предисловии Энтони Калделес замечает, что византийская кунсткамера – это развлекательное произведение, каждый момент здесь самодостаточен, так что ее можно читать урывками. Мое самое большое желание, чтобы книга идеально подходила для чтения в уборной. Вот такая заветная авторская мечта. Задача автора – демистифицировать Византию, лишить ее ореола загадочной, ни на что не похожей цивилизации аскетов и святых, живших интересами исключительно духовными. Нет, Энтони Калделес хочет быть объективным, поэтому избирает гибкий подход. Эта книга – книга свидетельств очевидцев, но фрагменты текстов подобраны так, чтобы византийцы выглядели странными и чуждыми западному миру, но одновременно обладали такими свойствами, как реализм, прагматизм, изобретательность и рациональность. А еще они должны обладать удивительной способностью к описанию, любовью к парадоксам и глубокой человечностью, независимой от догмы. В 18 главах, посвященных разным аспектам жизни византийцев, зазвучали свидетельства Феофилакта Охридского, Иоанна Мосха, Феофана Исповедника, Прокопия Кесарийского и многих других. Далекая жизнь ожила, и современный читатель ощутил дух эпохи, бренность жизни и единение с метущимися умами и душами византийцев. Иностранцы очень удивлялись, видя, что византийцы используют ножи и вилки, а также чаши для мытья пальцев и салфетки для омовения, оттирания рук во время трапезы. В Константинополе было недостаточно источников воды, поэтому его снабжали водой три главных акведука, доставляющих воду из Фракии. Их общая протяженность 593 километра. Для сравнения, 11 акведуков Рима имели протяженность 520 километров. Известна Византия и своими столпниками, святыми, которые в течение многих лет жили на вершине столпа. Всего их 124. Среди них Симеон Столпник и Даниил Столпник. Напомню, что Энтони Калделес перевел византийские источники. А наш переводчик Андрей Виноградов перевел тоже прекрасно. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».